Отец учил меня, ангелы и демоны среди нас в человеческом обличье. Трюк в том, чтобы различить их. Ваш дядя едва ли подходит для опеки над юной девушкой. Он мой ближайший родственник, сэр. Вы с ним не встречались, я полагаю. Я не буду оспаривать выбор отца насчет опекуна. Дядя, дорогое дитя. Позвольте представить вашего кузина Эдварда. Дорогой кузен, какими хорошими друзьями мы будем. Это просто союз, как вы говорите. Я уже вижу крепкую дружбу. Вы наследница. И не должны выглядеть как шут гороховый. Мой дядя — чудак. Мягко сказано, для подозреваемого в убийстве. Отец заплатил, чтобы замять твой скандал. Нет, это был его скандал. Вы лжец. Вы ценности. Я знаю. Наверняка вы кого-то хотите. Я мог подумать, что вы привязались ко мне. Лучше, чем жениться на родной крови. Как вы себя чувствуете, мисс Рилтон? У меня были ограничения. В чем вы меня обвиняете? Бросим кости и посмотрим. Если что случится, ваша репутация не выдержит. Это так красиво. Чего вы хотите? Это маленькое сердечко? Думаете, оно такое маленькое? Вы ошибаетесь.